Сегодняшний наш герой – знаменитый артист Карим Утурганов, который своим талантом покорил не только сердца казахстанцев, но и завоевал любовь поклонников за пределами страны. Но к этому триумфу он шел очень долго, борясь с переломом позвоночника. Годы тренировок не прошли даром, его труды были вознаграждены. Он стал одним из самых известных фокусников в Казахстане. И этим видом искусства виртуозно владел не только он сам, но и его дети – Мурат и Карима. И следующая история как раз о детстве Мурата Утурганова. Мурат настолько был популярный в Италии, что его всегда итальянцы приходили и просили, можно мы его домой отвезем, накормим, там, можно мы его по городу поводим. Вот для них за счастье было вот, иметь в доме Муратика. Я его как-то отпустил, ну мы с Дианой отпустили. Он приезжает, и сережка в ушах, и со слезами. Я не буду носить один эту сережку. Папа, вот если ты будешь, и мне пришлось на второй день идти в магазин вместе с ним, мне пробили пистолетом ухо и повесили сережку. И вот с 90-го года она у меня торчит. Они подарили ему две золотые сережки, и вторая, одна была у него, а вторая досталась мне. Но тогда же мы же не знаем, что такое пистолет, поэтому пугали всего этого. Но бедные девушки, они там иголками, нитками, там у каких-то знахарей все это делают. А там что, пришел в магазин пистолетик, медицинскую поставили сережку, через месяц одеваешь золотую. С тех пор прошло почти 30 лет, но Карим Утурганов никогда не снимает сережку, как память о тех старых добрых временах. Нурлан Мухамеджанов, Назерке Садыковой, Нур Касиман, Жанак.